Так, молодые люди, всем привет. Игра у нас на Разоре. Ой, на Разоре, господи, только что на Разоре играл. На Изолоре. На Изолоре, Keeper of the Light. Keeper of the Light. Это у нас сопортящий Разор. Ой, фу, да что ж такое Разор? Изолор. Вот, сопортящий Изолор. Будем пятеркой. Пятерка, четверка, не знаю, потому что здесь у нас еще цемочка есть. Будем сейчас пытаться отыграть на этой позиции. Задувочка зашла, хорошо. Тычку одну, тычку вторую, отлично, накидали тычку, Войд забрал копеечку, это хорошо. В идеале было бы сюда поставить вард, но я купил курицу и церклетку взял себе на статы. Так, у нас мидер забрал рун, да? Ой, мидер забрал куру, точнее, не забрал. Хорошо. На пятерочке, ребята, меня подписчики просили, Дим, поиграй на пятерке. Поиграем на саппорте. Будем играть на саппорте для вас, парни. Как говорится, ребят, для вас. Неплохо он так подамажил мне сейчас. Надамажим потихоньку их тут. Не наглели сильно. А скрипа экспу получу и отойду. Хорошо. Там еще экспа. Успею? Ладно, все залем сразу. Так, стоим, ждем. Хорошо, зацепили его, отлично. Мы с ним разминаемся понемножку. Он за руной пошел, скорее всего. Надо сейчас отвести, попробовать. Не, не пошел за руной, я пойду схожу за руной. И next волну попробую растакнуть. У Сикера все хорошо, он там денает, вижу. То вроде парни тоже напрягают, хорошо. Так, ну мне желательно сейчас стакнуть, наверное, отведу и своему кору. Попробуем сейчас отвести. Сикер там сфидил. На 45-46 пуляем. Хорошо. Так, сапог бы желательно взять. Наш сапог, да, летит хорошо. Ты, блин, прикинь, не отвелся. Хорошо, заберем. Пока ничем полезным особо не занимаюсь. Сейчас с левела с третьего начну уже делать вещи. Все, поехали. Берем монолик и погнали напрягать их. Ловушечки. Напрягать, слышь? Фидить, то есть. То есть фидить. Я понял, сори. My bad, ребят, сфидил. Сорян. Сам фигню сделал. ТП-шку главное купил. Да вард поставить буду, все кончу. Никого нет, хорошо, отойдем. А, кстати, руна есть. Руна сбегать. Если за ней еще не пошли. Так, оп, скупим один. Там инвиз у копы.
Хорошо, копеечка. Она сюда побежала. Я на мид пошел. Ага, вот он. Прыгнул сюда. Так, и делай хорошо. Поможем ему со стаками. Так, надо как-то транквилси накопить будет. А, он на мид возвращается, хорошо. Да за что вы меня так не любите, а? Его так не угодил вам, а. Смотри, какой душный молодой человек этот. Зальем. Ставит ловушки. Блин, сорян. Сильно не хотел добивать. ТП купим. Ну, я сильно не хотел у него добивать, на самом деле. Автоатаки как-то случайно вышло. Я выжил хорошо. И Войт убил, но он умрет там тоже. Брат, я бы там умер с тобой. Так, я два варда возьму. Так, надо вард поставить ему будет. И в мид на вард нужно будет обязательно давить. Плюс стакнуть. А он вернулся к опа. Хорошо. Так, вард ткнули. Будем второй вард ткнем. Сейчас второй вард поставлю. Там Войда напрягают, блин. Ну, отлично. Задушили, отлично. Так, я в 3 взял первый скилл. Третий, точнее, свой скилл. Маны сейчас растим ему. Отлично. Так, пойду куплю стики, возьму ТП-шку. Обязательно на команду играем. Варды расставил. Вроде полезен. Стики апнули, все. Дальше уже начинаем веселиться. Пока докидаем монолик, в него напрягаем его этим самым. Задувочку. По максимуму напрягаем его. Экспы немножко подбарыжил. Пять я убил. Это ё-моё. Я чмо. Сори. Опять я у него застелил фраг. Даже такой урона хватило. Ну я козёл, а. Опять я ворвал фраг у него.
Задую здесь, ослаблю крипов. Хорошо. Нормально, скорпиона сейчас тут замесим. Хорош. Замесили скорпа. А наш клок живет? Хорошо, клок живет. Кому маны дать здесь? Давай клоку удалим маны. Хотя он на базу пойдет сейчас, скорее всего. У него урна, если все четко не пойдет. Так, ну с такими успехами, если я куплю панзер клоку, я бы меньше стараться фидить. Я буду выходить в аганим, наверное. Так, варды обновить обязательно надо. Ага, водов нету, хорошо. Себе маны сейчас обновим. Так, ну воет фармит хорошо. Мы тут четвером тусим, не знаю. Давай вард возьму. Может даже поставлю сейчас что-нибудь куда-нибудь на руну. Стоим, сейвим вайда, скажем так, под его купол. Можно будет играть спокойно. Маны зальем, пока когда нету. Там, кстати, Найкс. Против Найкса надо будет взять гост. Стакну сейчас этот кемп ему. Х2. Ну, это подарок нам. Тауру оставили. Надо его забить будет. Хорошо. Забили. Так, больше ни драки вроде нет. Хорошо. Монолик изнем. Так, есть вард. Сейчас пойдем поставим его. Заберем эту пачку. И пойдем дальше играть с командой. Так, я, наверное, замакшу себе. Сейчас не буду максить третью или замаксить. Давай первый под максим. О, кстати. Первый под максим. И пофармим. Вард поставлю. Вард поставили, хорошо. Или сапог взять невидимость. Давай глиммер возьмем, будем на команду играть. Глиммер соберем сразу. Бери, брат. Бери, брат. Хорош. Офигенно сейф ТП, брат. Добьет? Хорош, досуетили его. Он не живет там, да. Там еще и ульт, тем более. Сикер, братик. Сейчас дам, брат, маны, подожди. Сейчас замакшу все-таки чакраману. Третий скилл свой. Крипочка одного зафармили. Мидас укопаем. Помог ему победить немножко. Так, ну глиммер у нас почти готов. Замаксил я третий скилл, то есть чакраману. Восстанавливает ману и там уменьшает КД способности. Ой, хорошо, как он хукнул. Чисто на экспу хочу подбежать. Идеально добил. Котел отыграл на все 100%. Тут, конечно... Ой, там дирака, дирака, дирака. Убьет? А, не убил. Убил! Хорош! 10 из 10 баллов. И, естественно, отлично. Сейчас маны зальем. Я за своим сапкором побегаю. Сейчас маны ему залью. Есть. Подлили маны ему. Задуем на мид. Вард, походу, стоит. Сейчас заберу. Вард, здесь вард стоит. Центряк нужен.
Тут стоит вард. Тут стоит вард, ребят. Возьмем сразу себе вардик. Так, ну я играю пока мид. Мне, в принципе, это больше нечего ловить. Тупо мид себе играю спокойно. Дуем по КД. Не, котел сильный, саппорт очень, на самом деле. Хм. На котла решил напасть. А, ну есть опс? Не, нет у них нифига. Куда ты пошла на цемке? Бешеная, что ли? О, ГГ. Хорош, я выжил, да? Не? Не выжил, да? Ну добил бы меня. Сэмка умерла. От копий. Ой-ой-ой, еще и Найкс тут, охренеть. Так, надо быстрее лететь, помогать. Так, сейчас дальше подфармим мид еще раз. Надо пойти варды поставить. Иди варды, кстати. Цемка, что ли, покупает? Не пойму. Я вроде все скупаю. По КД. Все скупаю, не добиваю. Ладно, взял в раз ульт. Поднадуем здесь. Помогаем своему кору фармить. Не мешаем, а помогаем именно. Усиливаем урон ему. Увеличиваем. Так, возьму варды. Варды. Ура, рез взял, брат. Двух крипов не забрал. Лучше мид тогда, чё? Сейчас на шар за 1200 накопить. Здесь кто-то? Нет никого. Эрдор был. Не имха, то они что? Тебя видно здесь было. Ну, имха, естественно. Ты бешеный молодой человек. Ну я реально не спецом, вот сейчас реально было не спецом. Сейчас реально было не спецом, ребят. Ё-моё. Что за чушь, пойду подефаю. Руинер, блин, на котле. Копия пофармит у него. Нормально. Блин, руйнер на котле. Криво, кстати, дал. По-моему, не успеет сейчас крипы пройти. А, или успеют, нормально. Вот руйнер на котле, реально все фраги ворую, ребят. Нельзя так делать. Осуждаю свое поведение, свою игру. Ворую все фраги у своего кура. Плохой котел. Очень плохой. Котла в котел. Ну ладно, у Вайда все равно хорошо. У него 3-1, 3 фраг он сделал. Котел, кстати, огни, у него уже лотар есть, кстати. Так, у меня ТПшки нету. Но тут плохо, команда без меня будет. Фармить идешь? С куполом вроде. Ага, он дедрат, хорошо. Я задефаю сейчас по-быстрому и пойду к команде. Так, форму левел 2 взял. И будем сейчас добивать первый скилл наш. Так, поставлю вот так вот и пошел я, короче. Гоу.
Так, вот так, так. И, наверное, вот так еще смотрю чек, но может здесь на рунах стоит что-то. Кол. Котел очень полезный, конечно, герой, очень полезный. Тупо полезный герой, максимально. Тем, что он просто постоянно ману заливает, бегает, задувает, дефает сильно очень. Недооцененный сильный герой очень, очень. Тем более метовый в этой версии. Так, вот толкаем линию, дуем по КД. Так что обязательно пикайте котла, ребят, учите серых на котле. Это очень большая такая заноза в опе, скажем так. Передай ему эту кнопку. Гвардика нету. Пойдем, кстати, хотел проверить руну. Есть ли тут где-то у них опсик. Нет у них тут опса. Копа сагонима, кстати. Ох. Блин, не добил. Пойду дефну. Ладно, бро, он ушел уже. Так, у меня уже почти готово гоним. Войда криты. Интересно. Так, монолик левел 2. Хорошо. Тел уже у нас толстенький. А гоним хороший артефакт на статы. Усиливает там ультимейт. Хилит союзников. На волну когда встаете, хилит союзников. Так, отлично. На расчет толкну линию немножко. У меня ТП, если что, есть, все есть. Еще один лотар у нас в команде. Офигеть. Варды, кстати, есть, надо купить. Обязательно на пятерке покупайте варды. Не игнорируйте, ребят. Не игнорируйте варды. Не игнорируйте вас. Прошу просто. Это очень сильно большой буст в вашей команде вардинг. Кстати, не можете, насколько это жуткий буст. Пока мои два варда стоят. Ну, вот этот, конечно, не очень актуальный был. Скоро будет аганимчик. Котел, конечно, очень быстро фармит. Очень. Пойду ману ценки дам. Вообще, внимание на своих союзников. Сколько у них, что там вообще у них. Так, ну, куру не могу взять. Куре варды. Не стилю специально, видите, не от меня. Я мог его состилить, но не стилил. Не пробьет его. Хук есть? Хук есть, хорошо. Ай-яй-яй. Найкс, прикольно так придумал. Отлично. ТП-шка, да? Угу. Перфект. Скрипа у меня состилит. Первым скиллом. Не? Да. Так, аганим почти готов. Там варды, кстати, да? Я хотел взять два варда уже. Надо будет сейчас поставить их срочно. Бегал к ним в лес без вардов. Так бы поставил. Войда, что там? ТП-шку он принес, да?
ТП-шку принес, отлично. Так, пойду низ на рапа фармлю, по дефую. ДД. ДД. Хорошо, так, сервер, Blade of Alacrity, мне Wizard остался, да? Так вот сделаем и пойдем вниз формить. Тикчерцы. Так, отлично. Несем себе вардинг. И агоним уже несемся, отлично. Дальше против копы я вообще бы пошел упоролся в хекс. Фарм у меня есть, против копы как-то ее ловить. Гост и хекс вот так вот делать. Гост против Найкса. Естественно. Там Скорпион где-то, непонятно, 13 левел бегает. Где он еще? Исчез с карты. Секера убили. Пойду поглубже вард поставлю к ним. Мана там будут драться. Ладно, я вард буду ставить. А он и Скорпион. Дагер у копы. Интересно. С агонимом сейчас будем еще больше. Мобильней станем. Так, сентри, апсы купили. Я думаю, реально, может, реально какой-то дагер хекс собрать себе. Мы выходим уже в полноценный лейт-гиру. Потому что мы фармим, вардим. Вроде как фраги стараемся тоже оставлять уже. Но все же, видишь, полезны не самые бесполезные герои в карте. Все равно реально полезные, бегаю, что-то делаю. Что-то делаю, скажем так. Свой дом там какие-то мувы делаем. Пойду он вард им поставлю сейчас. Пойду вард. Тут вард. Но просто пришел, спушил. Какой вард поставлю? Просто пришел, вард сломал нагло. Хм, наглый котел. Наглющий котел. Опять глаз почесал. Поможем. Демон тоже подлить будут. Цемка с аганимом, круто. Так, ну это вард не нашли они, да? Хорошо. Как можно глубже старать варды поставить? Так, я, наверное, сериально дагер возьму для мобильности, буду бегать быстрее. Он с Буризой, но он вырубит ее. На изи вырубит он ее. О, прикольно. Ну, максимально много старался сделать. Хорош, Скорпиона убили, пойдет. Квапу убили, Скорпиона убили, хорош.
Блин, или форс все собрать на команду здесь сделать, как думаете? Может реально? Как думаете, типа я на стриме, слышите, разговариваю? Я же вам ролик пишу, сам думаю, как на стриме разговариваю. Че думаете? Думаю, форс реально собрать надо. Выталкивать себя там, союзников. Очень хорошо будет. Я вот сейчас открыл эту игру. Там, кстати, на 7-м злоте стример Лолштой. Только сейчас посмотрел в ютубе, реально он стримит. Прикольно, против Лолштой играем. Так, что, стиком продадим, наверное, и реально форсик возьмем себе. Возьмем себе стик. Ой, стик, господи, стик продадим. Так, форс собрали, все, супер. Форс собрали. Все идеально, я бы сказал, у нас сейчас. Так, максим форму. Сикер, БКБ, гоу, брат. Так, теперь можно пробовать собирать хекс себе. Так, там Войд бежит, помочь ему надо. Ой. Я не хотел, парни. Луч, кстати, днем хп восстанавливает, кто не знал. Не вечером, а днем. То есть сейчас у него восстанавливает, сам подошел, проверил. Я реально просто на котле не так часто играю, уже и подзабыл. Тупо ночью. Ночью, точнее, днем восстанавливает хп. Сейчас вот день настанет, смотрите, по идее, сейчас должен восстановить хп, ну. Да? Да, вот днем восстанавливает хп, видите? Котел, МХ. Копу забили, хорошо. Ну, не там сильно далеко играют. Кого это Рашина месит, надо помочь. Поприсутствовать с ним. Покилю его сейчас. Отлично. Эх, мне б такие котлы саппортили. Я так рад был бы на самом деле, если бы мне такой котел попался. Сама похвала засчиталась. Шучу, парни. Ой, блин. Бегает, все варды ставит. Сам себе в свою игру играет. Я, наверное, сюда варт обновлю еще раз. Его не снимают здесь. Они не знают про него что-то, походу. Какой же варт обновим? Точно. Что, возьмем хекс, наверное? Я уже и говорил. Ой, блин, долго он его бить будет. В самом деле. Убили, да? Хорош. Варда нету.
Ладно, зальем пацану нашему. Так, маны кому залить? Давай зальем колку пока что маны. Сейчас маны надо дать войду. Там себе залью, у меня много маны. Войду надо было, говорю. Ну ладно, у него пассивка еще. Стэнки. На скоро хекс будет. Так, ценки ману зальем. Сам стою под луч, танкую. У котла вообще классно. У него с аганимом хп реген, считай, за задувки днем. И мп реген свой собственный. То есть это тупо котел, это бесконечная мана и хп, грубо говоря. На файт и так далее. То есть это вообще имбовая штука. Пока ты задуваешь, стал сам под луч, потанковал крипов. Кайфанул, как говорится, манки все реснул. Огонь. Сейчас ультанет, наверное. Портируем сюда нашего героя. Пофармим. Отлично. С этим лично, с Бориской. Не ту кнопку нажал. Так, ну у меня почти аганим. Ой, аганим. Да, МКБ надо ему, пусть фармит. Офигенная игра, ребят, надеюсь, вам понравилось, вы лайкните ее обязательно. Так, ночь. У меня не работает сейчас задувка, но не хилит меня. Поэтому кайфуем так. Поэтому кайфуем так. Возьмем вот так и еще варды купим. И наши будут варды поставить пойти. Задуем. Задуем раз, задуем два. Тычку раз, тычку два, инвиз. Пан, фарм. Жадный, хочу добить крипа этого, пофиг. Так, все, у меня есть этот хекс, кстати. Кексулька есть. Ну, себя заморозил и его заодно. Ману высосал. Пофармили крипов. У него КБ скоро? Евгений, ману себе понемногу. Так, доберу дагер, пожалуй. Скоро день. Буду хилить. Пойду пофармлю вниз. Так,
156 крипов, блин, саппорт бешеный, конечно, этот котел. У него бешеный потенциал выход плейт за счет того, что он фармит задувкой своей. Нормально, там гадлайку вайда уже. Сикер с догоном. Эй, блин, смертник на сикере. Так, ну дальше беседагер бы хотел прикупить какой-нибудь, чтобы копу ловить. Ходим. Я за даггером. Я за даггером. Вышел полноценно лейт на саппортящем котле, неплохо. Ну, ребят, такая у нас игра получилась. Жалко, конечно, Андрюху дал, что хорошо там сыграл, очень хорошо сыграл, он один там, видите, в топе, бедолага. Да стример на 7-м слоте дал, что? Да, жалко пацана. Ладно, всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам катка реально зашла. Прикольная катка, получается, на саппортящем котле. Не было мысли стрим снайпить какого-то стримера, серьезно. Просто мне потом написал чувак в ЛС, говорит, там типа стример играет. Я даже не знал, что это стример, серьезно. Все, всем хорошего дня, давайте всем пока и удачи.